12 мая на университетской площади в Елабуге студенты, преподаватели, местные жители и гости города смогли насладиться живым исполнением известных песен военных лет. Замечательно, что местных жителей пригласили, это тоже очень приятно. Надо сказать, что вот подготовить такой концерт к Дню Победы – это очень большое дело. Гитарный вечер прошел в рамках праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Великой Победы. В уютной атмосфере гости не только слушали, но и подпевали строки из своих любимых произведений. Мы хотели посвятить эти песни, песни тех военных лет, именно нашим предкам, нашей истории своей страны, так как они откликаются у нас в сердце, в нашей душе и заставляют задуматься не только о себе, но и в целом о мире во всем мире, что является самой главной ценностью. Идет солдат по городу, поет знакомой улице. Музыканты исполняли такие знаменитые композиции, как «Темная ночь», «В землянке», «Смуглянка», «Туча в голубом» и не только. Музыкальное мероприятие завершилось исполнением песни «Надежда». Амир Сабиров, Маргарита Михайлова, Универньюз.